Ты присядешь или нет? Ребята, он босиком приседает, давай. О, делает! Ну что это такое, ниже можно? Всем привет, друзья, меня зовут Алексей Столяров. Это мяжа-мяжная. Меня зовут Арина Ростовская. И счет у нас 1-1, а знаете, что мы будем делать сегодня? Мы будем ходить к соседям за солью. И тот человек, который соберет как можно больше в граммах соли, тот, собственно, и будет победитель. За сколько времени? За 10 минут. Как мы узнаем, кто пойдет первый? А это нам поможет определить мистер граненый стакан. Леша, я для тебя приготовила супер сюрпризное задание. Вот посмотрите, пожалуйста, что там внутри, соль или сахар? Ты можешь определять, что там? Если ты угадываешь, тогда я иду первый. Если ты не угадываешь... И проигрываешь, ты идешь, уже, идешь, ты идешь. Это соль. Ты уверен? Соль. Облизни пальчик, пожалуйста. Какой? Любой. А теперь вмакни и попробуем. Соль! Что соль ты первая! Что ты обманываешь? Это сахар! Ты проиграл, и вот что ты получаешь. Итак, друзья, посмотрите, пожалуйста, на этого замечательного пирата. Обратите внимание на его вот эту халатную мантию. Он готов отправиться на приключение за поисками соли, и время начинается прямо сейчас. Чик! Здрасте. А я Иннокентий из 42-й квартиры. У вас можно взять соли немножко? Здрасте, а я сосед из 42-й квартиры. Просто никто не дает соли, ни у кого нет. А у вас можно немножко соли взять? Здрасте, а у вас есть соль немножко? У меня просто девушка готовит. Можно у вас? А вот пакетик. Здрасте, мы сейчас с вами виделись там внизу. А можно у вас соли немного взять? Что? Соли. Мы просто готовим другу сюрприз. Можно? Спасибо большое. Ну, соли, там девушка что-то готовит, и она просила взять, если есть. Сейчас. Ага, спасибо большое. Давайте. Если есть морская. О, спасибо большое. Если есть морская. А у вас поваренная? Ну, желательно морскую, потому что она более как бы такая правильная, диетическая. Давайте тогда поваренная. Сколько можно? Спасибо. 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 Хорошего вечера. До свидания. О, нифига, спасибо большое. Спасибо большое. Нет, спасибо. Ух ты, так много. А? Не, вообще нету. Вообще никто, просто серьезно. Дефицит, спасибо большое. Итак, друзья, за 10 минут мне немногие открыли дверь, потому что некоторым страшно было или еще что-то. Ну, в общем-то, мне открыло 4 любезных человека дверь своей квартиры, и я набрал 1,5 стакана соли. Ребят, я предлагаю открыть завод. Особенно мне понравилась шутка для друга, сюрприз. Просто хотим замуровать друга, готовим солевую ванну. Сейчас я передаю эстафету Арине и посмотрим, сколько она соберет. Итак, я с этим заданием уже справился, теперь мы отправляем Арину. Итак, пошла, все, время уже пошло, давай. Давай. Блин, так соли хочется вообще. Откройте. Откройте. Василий. Они подумают, что я пес, и откроют. Простите, пожалуйста. Снова мыло. Нас просто не хватит. У вас есть еще соль? Знаете, иногда так прихватит, а в доме соли нет. Так тоскливо, знаете, на душе становится. Можно чуть-чуть соленькие? 200 грамм. Здравствуйте. Ой, у вас солечки нету чуть-чуть? Девочки, ну вот как-то так это ничего время, да? Простите, пожалуйста, не будет? Ну мне даже искать сейчас вот куда-то идти. Ладно, простите, пожалуйста. Ну, конечно. Ну, дед, просто в соседней там, ну, простите, пожалуйста. Не, я вообще поняла, подъезд с юмором такой у нас. А что, еще были претенденты? Я еще думаю, вот время 11 вечера, соли нет. Что делать, непонятно. Ну, как жить, а? Давайте я вам дам соли. Ну, давайте, давайте. А что было? Я знаю, вот у нас... Девочки, вы на часы смотрите. Владислав? Да, да. Время да. 11 часов, вообще-то. И вы по подъезду ходите, соль ищете? Ну, а что делать? Прикольно. Ну, если рыба жарится, что уж делать? Да, вы простите, ради бога. Там просто мальчик критический случай. Соль очень любит. Очень любит соль. Как называется? Зимушка? Ну ладно, пусть зимушка будет. Нас больше просто нет. Ну ладно, ладно. У нас Владислав из 19-й балуется. А вы из какой квартиры? 42-й. Людмила меня зовут. Очень хорошо. Ладно, потом. Просто время 11 часов. Вообще-то уже даже не по телефону стараются не звонить. Ну, да. Не искать соль по подъезду. Слушайте, ну... Зашибись. Что поделать? Понимаете, рыба, она как бы... Ну, а то, что люди... У вас рыба, а то, что зовут люди на работу, ничего? Вот, чтоб что-то ели как раз. Простите бога ради, простите бога. Так, пришло время подводить результаты. Мы специально взяли пищевые весы для того, чтобы узнать, кто собрал соли больше. Итак, ваша очередь, Алексей. Смотрим на весы. 358 грамм. 358 грамм. Ну, можно.
Так, 358, пожалуйста, 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 пожалуйста. Вот же ша. Людмила не справилась. Людмила в засаде. Людмила в засаде, еще 2-1. Итак, все соль этого проекта. Этот будет первый сезон идти до 5 побед. А победитель получит что? Победитель получит победу, и проигравший будет есть жареных жужелиц, бабочек, стрекоз и, в общем, всю насекомоядническую нечисть. В общем, а если вы хотите получить больше информации о нас, Инстаграм, ВКонтакте, все ссылки у нас находятся внизу под этим видео. Дружите с нами. Меня зовут Ирина Ростовская. А это Алексей Столяров. До свидания.